Так, блокировка и разблокировка смартфона. Вот здесь у нас есть кнопочка. Мы ее нажимаем, и появляется вот такая вот заставка. Ну, конечно, заставки бывают разные, но смысл, в общем-то, один и тот же. Подтвердить нажатие кнопки разблокировки. И телефон у нас вышел на рабочий стол. Ну, кстати, мог и не на рабочий стол, в зависимости от того, на каком месте вы остановились в предыдущих действиях. Нажатие на клавишу блокировка приводит к тому, что он опять погас. Еще раз разблокируем. Если подержать эту кнопочку подольше во включенном состоянии, то появится вот такое вот меню, когда можно ваш телефон или отключить, или сделать рестарт. Ну и в данном случае нажму стрелку назад. Спасибо.